И снова всем привет, друзья, с вами Илья, и я продолжаю играть в плоский мир Майнкрафта, да. Вот, я завел себе уже третью коняшку, так как, ну да, ту я завел. Стоп, что это за... А, да, я же по ним блок сломал. Я уже испугался, что он стал маленьким. Нет, стоп, нельзя застревать в текстурах, все. Вот, и теперь у нас две золотых и одна железнобронежная лошадка, они все разные. Ну, вроде бы. Так что вот, я в первой текстуре, потому что сегодня я буду, наверное, заниматься с жителями, которые так хрюкают, типа. И, блин, у меня мало кирок. Я еще не выложил вещи из Незера. Я решил селиться вот здесь, вот в этом прикольном домике. Тут закопал жителей. Да, все, все живы. Так, во-первых, мы возьмем несколько кирок, положим вот это. Мне не хватает места, да. Ну ничего, это пока исправимо, так что... Ладно, с заборчиком мы потом что-нибудь можем сделать, это надо посадить. Ну, как бы бородавки тоже бы посадить. Ладно, что еще? Нам нужны палочки, нам нужен... Ну да, все как бы есть, так что... Сейчас мы пойдем делать для жителей загончик. Я специально включил первую текстуру, так как в моей любимой, в любимом ресурс-паке это не очень как бы выглядит. Так, давайте. Тихо, уйди. Я тебе меч выкинул, извини. Так, тихо. Так вот, ломаем. Все, идем вот так вот. Тихо. Где? Так, стоп, что тут делать? Они вывели маленький. Нет, почему мне все время кажется, что это маленький? Стоп, мы застряли. Я в жителях застрял. Мне придется либо его убить. Ну, не очень меня его убивает, так что вали туда. Вали туда. Оп. Ладно. Иди. Я все сломал. Сломал. Все, да. Хорошо. Да уйдите! Нет! Я его убил! Надеюсь, так будет очень редко, потому что ну, это печально, реально. Так, отсюда я все еще их буду слышать. Давайте, ну, скажем, 54, так. Какой-нибудь около 40 мне надо уже обустраивать жителей. Наверное, на 50. Я думаю, я буду слышать ли я их. Вроде бы да. Давайте еще прокопаем. Ну, да, с двумя работать легче, чем с тремя или с четырьмя. Так, ну вот. Так, отсюда мы их точно не услышим, но давайте еще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. What the fuck? Какого хрена? Я надеялся, что тут все будет так прекрасно. А тут... Ёбаная шахта. Так, кстати, на какой я? Я опять играл в Hunter Games. И у меня не написывали, так что... Ладно. Планы изменились, теперь мы тут в шахте будем все строить, все ломать. Так что вот это вот заставляем... Нет, лучше вот тут вот. Это ломаем. И вот жителям уже тут и свет, и светло, и тепло, и все нормально, да. И зомби тут, о боже. Он же их убить хочет. Они их слышат, кстати. Ладно, давайте пока вас тут оставлю, потом изведу эту шахту. Да, только сюда лестницы. Дерево. Дерево есть. Только мало. Ладно, я думаю, пока вылезу наверх. Там еще шахта, боже. Так, не-не-не-не-не. Закрываем, все. Тут ничего не было. Так, ну вот, вот так вот я столбик делаю. Стоп. Там ударили жителя. Как это? Он сам ударился? Или как? Блин, ну это плохо. Нельзя, чтобы жители вот так вот умирали. И я там не посмотрел в глубину, так что сейчас мы идем ломаем дерево. Так, какой-то опять чувак у меня в сети. Ладно. Громкая, крутая музыка. Кстати, у меня уже 4 саженца. Ну, 3, если это дерево не даст ничего. Так что у меня уже проблем с саженцами почти нету. И да... Сейчас я буду жителей проводить в эту шахту. Так, еще деревца.
32 палочки. Это, ну, так, неплохо. Давайте быстро сломаем это дерево, чтобы из него выпал саженец. Это, конечно, печально, что приходится каждое дерево ломать вот так вот. Ну, либо ждать, пока выпадет. Давай, пожалуйста. Мне же надо это. То дерево я пока на заднем плане ломать не буду. Не хочется. Там уже свинка заспавнилась. Блин. Ничего, блин. Блин, сколько я раз сказал слово «блин». Окей. Пойдемте. Я уже ей кушать захотел. Нет, не хочу забор кушать. Едим, едим, едим. Все. Доели. Так. Палочки. В моем доме будет самый главный спуск. Сюда. И они, надеюсь, никак сюда не заберутся, ничего не сделают мне плохого. И не сдохнут. Да. Если сдохнут, я буду с той деревней работать, которая дальше. А так мне это нравится. Давайте спустимся по-быстрому, а потом уже оттуда все поставим, да. Тут чуть-чуть ждем и забираем. Все. Вот. Там что-то много зомби. И зомби, и скелеты, и это так орёт. Oh, fucking shit, man. Shit, no. Не-не-не-не-не-не-не-не. Закрываем. Идите тут. Нет! Нет! Да ты тупой. Ты зачем туда встал? Ну вот. Он сдох. Фан, ладно, так ты. Ты живи здесь. Я пошел. Я пошел, их всех убью. Если что, скажи, что я умер с девушкой. Так. Почему они все свалили? Стоп, стоп, стоп. Все, я его убил. Так. Yes! Все, он взорвался, как я и хотел. Но это не то, что я сильно хотел. Так, все. Так, тихо. Ломаем. Пригодились мне эти три меча, конечно. Блин, у меня же два жителя сдохло, пока они сюда доезжали. Так, надо найти быстро спаунер. Спаунер? Нет. Чем-нибудь еще? Нет. Все. Сломал, закрыл. Отлично. Надеюсь, тут не сильно мобом будет, потому что я не хочу сильно много сражаться там. Что такое? Тут слишком много мобов. Мобно. Тут мобно. Скелет, привет. Дружок. А! Маленький тупой зомби, который быстро сдох. Блин, все. Так. Почему вас тут много так? Кто вас тут наплодил? Тихо, тихо, тихо. Тихо, валите отсюда, валите, валите, валите. Все, я вроде успел. Ломай. Вали отсюда, тупой крипер. Он застрял, фух. Все, вот так вот вышли. И тут ни одного сундука, это круто. Блин, меня... Тут бы скелет был. Было бы круто. Так, а сейчас мне надо... Что мне надо? У меня ни одного меча. Нет! Паук! Паук! Грёбаный паук! Все, убили. Тихо! Так. Нет. Все. Фух. То есть, стоп, какая изи. Нормал. Все, живой, здоровый. И в этом спавнере не оказалось ни одного сундука. Это очень круто. То есть это ужасно.
Это очень ужасно. Вообще ужаснейшее, что было вообще со мной. Тут такие длинные пещеры. Стоп, это... Тут я слышу жителя моего. И я не знаю даже, как к нему прокопать. Это тот? Мне кажется, это тот. Да, 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 да. Все, вот он мой житель единственный. И вот это все надо поубирать и поставить булыжник. Да. Наконец-то. Он один тут. Это нам, мне надо хотя бы двоих сюда депортировать, а потом уже все станет нормально. Да. Ладно. Почему-то у меня, походу, выключился звук. Да, вот все. Так, и вроде бы все, да. Мне осталось 27 этих штук. И я, походу, не туда закопал. Да, вот так вот. Все как надо. Спаунер зомби уничтожен. Так что можно меня поздравить с этим. Да, как-нибудь. Как-нибудь другой раз поздравьте. А то это было трудно. Да. Жестоко трудно. Все, я надеюсь, я не так долго снимаю, как я думаю. Потому что... Так это все сломать. Творчество пошло по другому делу. Процессу. Не знаю, как это правильно сказать. Короче, я пошел другой лестницей. Да. Вот, у меня еще осталось немного лесенки. Спим. Никто ко мне сейчас из мобов не подходит. Я сплю. Когда я сплю, я глухо нем. Все. Уроды, сдыхайте. Эндермен, ТП-шись. Все сдохли. Так, ну что? За сегодня у меня погибло два жителя. Это было плохо. Он огренный. Нет, он уже все завис. И сейчас мы пойдем и посмотрим, насколько это блоков. Так, поставим отметку. Один. Вот. И... Чё, как бы... Чё, сколько блоков-то? Блоков у нас У-43. У-43, запомните эту цифру. И все, поднимаемся и идем к следующей куче жителей. И так можно до бесконечности. Ну, надеюсь, мне с этой кучей не придется ничего такого делать. Как зомби. Почему он вообще не агрессивный? Чё, жажда мозгов уже так задолбала, да? Да, жажда мозгов. Давай, чё? Чё он наглый такой, да? Ага, вот тебе. Вот тебе сдох. Всё, так, там сколько жителей? Один, два, два. Ну, по звукам два. Ну, они не очень хорошие, так что я их, может, оставлю, а потом... Сейчас я к ним зайду. Нет, они хорошие. Вот этот вот. Вот этот вот вообще крутой. Тихо. Выходим. И опа. Все. Ну, по идее, можно. Тут вроде бы до моего дома недалеко. А тут у нас что? Тут у нас яма? Нет, тут у нас не яма. Тут их три, но они плохие вроде бы. Пшеница. Ладно, давайте сделаем вот так вот. Вот, смотрите, что мы делаем. Мы вот это вот ломаем. Ну, я, наверное, вот эту вот и закончу серию, а потом в следующей серии. Хотя нет, я постараюсь переправить максимум жителей. Так вот, так вот, так вот. Тихо! Нет! Куда вы побежали, тупые жители? Хорошо, что они не додумались сюда пробежать. Так, надо вот эти, чтобы не вышли. Ну, я думаю, так вот им хватит, они ж тупые жители. Все. Туда прошу вас идти. А то буду пинать. Нет, тебя не буду пинать, у тебя как премиум такой. Премиум или VIP. Не знаю, кто ты. Так.
валите отсюда. О боже мой. Это так все долго. Это так все трудно, да, жить. Так вот один нетупящий зашел. А тот остался у себя, похоже, дома. И он что-то делает с жителем номер один. Валите сюда, вот. Вот, все, иди. Все, молодцы, того жителя я могу легко убить и что-нибудь другое сделать. Ну все, давайте. Ставим. Ну и как мы будем поскопать? На 43 блока. Значит, берем кирочку и вот так вот. Те же самые 4 этих, только в бок, в линию, как бы. Тихо. Стоп, там кто-то пришел, по-моему, к нам. Еще один житель, да? Это тут последний. 2, 3, 4, все. У вас тут 4, и там вроде 5, нет? Нет? Да, он вроде... А, ну да, тут же закрыто. Как ты войдешь, глупенький? Глупенький. Стрелы продает. Давай к нам. Давай к нам, наш. Умничка, умничка. Ну, ути-пути, иди сюда. Ладно, короче, захочешь, придешь, все. Давай. Мне вроде как-то... да, у меня выполнено. Все, так. Ладно, давайте этих пока прокопаем. Если что, потом по водичке спустить. Там можно, по идее. Че, я к тому поднимусь? Давай. Ты где? Ну ты... Как? Как так? Как вы такие, жители? Все, туда прохода нету, только сюда. Я помог ему выйти из... Он в блок зашел. Потом он прыгнул и убежал. Тупой житель. Проходи. Ладно, все, закрываем тут. И если что, приходи. Я всегда здесь. Мы будем ждать тебя. Так и начинаем. Тут железо, которое я не хочу сейчас добывать. Уйди, пожалуйста. А то я тебя вот так вот бью. Это тупо. Я под тобой прокопаю вот. Так, он зашел. Тот житель зашел. А вот этому будет больно, походу, спускаться. Да, он ударился. Ужас, он ударился. Так, ладно. Факелы возьмем, кремень уберем. Так, и железо бы мне взять. Вместо угля, да. Остало больше? Нет, вас. Все еще 4. Давайте спускаем вас до 43. Сейчас 56, нам надо до 43. Тихо. Так, все, выходим. Да уйди ты, блин, я его опять ударил. Он опять сюда залез. Не могу я так. Тут слишком много жителей. Давай, вали отсюда, нафиг. Они любят бегать. Еще. Вот их. Вот как мы выберемся? Тупой. Как? Молодцы, вы все здесь. Ладно, дорогие друзья, на этом я заканчиваю серию, потому что я в башке жителей, я не знаю, как отсюда выберусь, так что факел. Ладно, я в башке 4 жителей. Всем спасибо за просмотр, я выберусь или бью себя как-нибудь, поставив на себя. Да, я могу на себя поставить гравий, так что... Ладно, всем спасибо за просмотр, друзья, с вами был я, и всем пока!